Нужно задействовать все жители, все средства государства нужно направить для безопасности нашего государства и населения. Поэтому это не нагрузка, это нужные средства для обеспечения безопасности государства. Поэтому все молодые государственные деятели, бизнес-элита нашей республики задействованы для того, чтобы обеспечить тех ребят, которые сегодня воюют на территории СВО. Также сегодня эти молодые ребята купили 10 УАЗиков, 10 квадрокоптеров с тепловизором для отправки на территорию.